для того, чтобы осуществлять полномочия по предоставлению земельных участков гражданам. Для самих же граждан необходимо, наверное, на сегодняшний день провести тоже определенные мероприятия для того, чтобы получить возможность электронной подписи. Опыт первого этапа реализации закона о дальневосточном гектаре показывает, что существуют некие шероховатости. Так, часть якутян уверена, что если у них на руках есть правоустанавливающие документы на земельный участок, то беспокоиться не о чем. Однако, если имеющаяся земельная собственность не занесена в федеральную информационную систему, то повод побеспокоиться есть. В результате может получиться так, что собственность жителей Якутии будет распределена между желающими получить гектар. Чтобы этого избежать, необходимо до 1 сентября уведомить местные земельные службы о наличии своих прав на тот или иной участок. У нас по Хангласскому Улусу все поселения по этому мероприятию работают. И на сегодня мы собрали около тысячи уведомлений. То есть, если точно сказать, 1041 уведомлений на сегодняшний день. 1 февраля 2017 года наступит третий этап реализации закона, когда право претендовать на земельные участки Дальнего Востока получат все граждане России. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангал.